Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Шэ, добро пожаловать в Голодные игры. Сегодня играем в кар на карте, которая напоминает мне Чернобыль. Окей, мой сундук, мой золотой слиток, больше золотых слитков, богу золотых слитков. Так, я вон там видел зачаровалку, ладно, сейчас нужно найти, мне желательно броню и оружие. Желательно лучше оружие, даже приоритетнее, чем броня, ладно. Так, за мной, надеюсь, никто не бежит, вроде бы нет. Так, что у нас тут, сундук, во, сундук, супер, супер-пупер-пупер. Что у нас, во, и оружие есть, и броня есть, ребят, да мы прямо вообще сейчас будем нагибать. Так, еще сундук. Еще еды нашел, да что ж мне так везет-то, а? Ладно, давайте посмотрим, что будет дальше. Пролезай в дверь, жаробасина. Так, о, еще сундук, отлично, отлично. О, господи, да тут прямо куча всего, куча еды. И даже броня кое-какая. Фиговая, но все-таки броня. Так, вот это да, вот это уже вообще супер. Так, ой-ой-ой, граунд паунд, зачем я его сейчас заюзал? Так, я играю за бурглар, или как-то так называется мой класс. Он, короче, откидывает всех вокруг, просто раскидывает. Очень мощный, очень сильный. Надеюсь, что он мне поможет затащить эту карточку. Ну да посмотрим, ладно. Так, собрались. Ребят, ну в принципе я нормально экипирован, я считаю. У меня даже нету шлема и железной брони. Ну да бог с ними. В принципе, я должен и без них справиться. Давайте попробуем, что ли, найти кого-то и забить насмерть палкой. Или лучше мечом, наверное. Да, мечом, наверное, будет сильно лучше. Так, что у нас здесь? О! Ну, да че они, почему я не попадаю так по нему, что за дичь, эй, чувак, на, ху-ху. Вообще красиво зачистил, прямо как, прямо боженька, ух, шикарно, ладно, здрасте, ничего нету, о, кепку нашел, и я одет полностью в золотом сете, свэк, ребята, свэк, смотрите на меня, оу, I'm fucking swag, так, там чувак, да, смотри, давай, смотри, правильно, смотри туда, ха, ох, ты какой хитрый, ну давай, убегай, да, убегать, он будет убегать, ну давай, попробуй, сейчас я тебя как всмашу во что-нибудь, эй, ха! На. На. Ты какой засранец. А если тебя вот так. Ха! А вот так. Блин, да чё, почему я не падаю? Что с пингом такое происходит? Ну сейчас он развернется. Блин, гляньте, как откинул. Ах ты, скотинка какая. Ладно. А если мы покушаем? Там еще один перец. Ладно, собрались. Окей, чувак. Ой-ой-ой! Мне прилетело, нифига себе, как сзади прилетел. Да блин, это нечестно. Эй! Блин, это вообще дичь, это... Ты... Вы в теме, ублюдки, это было нечестно. Досадно, весьма досадно. Его тоже запинали. Блин, может, не в теме. Но вот это, короче, вообще мне... Вот это мне тупо не повезло. Ладно, ребятки, еще один бой. Эй, народ, всем привет, меня зовут Шэ, и сегодня мы с вами поиграем в голодные игры на карте Кикоши Айленд. Вот так-то, да. Сервер Майнкрафт, ребят, все как обычно. Собрались, разобрались. И давайте затащим. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вау, неплохо. Хорошо я начал. Давайте-ка пока не будем, короче, юзать штанишки, потому что меня могут за них избить. Прикиньте, какой жесткий где-то район здесь. Могут убить за штаны. За хорошие и качественные штаны. Офигеть просто. О, чувак, ты че? Там парень, короче, так пробежал мимо меня и побежал себе дальше. Наивный. Ладно. Так, нам нужно найти сундучок. Желательно не один. А кто-то за мной бежит? О, за мной бежит чувак. Так, с перец. Ну давайте примем его. Ха-ха, не ждал такого, а? Не ждал. Вот так. За штаны меня убить захотел, да? Ха-ха, не получилось. Увы, штаны это моя тема. Там кто был? Нет, никого не было. Так, надо отхилиться. Блин, прикиньте, как я услышал, что за мной идет топот, и взял и убил чувака. Блин, просто он пытался у меня штаны отнять, а я ему не дал. Ха-ха. Так, ладно, собрались, и у нас все хорошо. Штаны на мне. Трусы вроде бы тоже. И главное сейчас найти бы... Да, вторые штаны мне не нужны, ребят. Мне нужна еще одна кепка, наверное. Кепка. О, кепка. Кепка или футболка, пожалуйста. Кепка или футболка. Опять штаны. Ребят, прям какая-то серия полная штанов. Ладно. Так, ну, окей. Давайте пойдем дальше. Так, тут есть сундук, кстати? Тут сундука нету. Ладно, вылезаем на палубу снова. На палубе кто-нибудь есть? Никого. О, там еще, кстати, корабли есть. Ну, слушайте, давайте сплавим, посмотрим, что там. Тут у нас верстаки, куча верстаков. В принципе, не обязательно они мне нужны, а вот сундучок я бы заюзал. Так, опять штаны. Да что ж такое, ребят, зацените. Только кроссовки нашли и куча штанов. Штаны на штанах погоняют.
Прям самая популярная одежда в этом мире. Ну реально, без штанов ходить хуже, чем без кроссовок, без футболки. Прикиньте, короче, пришли вы такие без штанов, я не знаю, там в школу. И проблема, проблема. А вот без кроссовок пришли, уже не такая проблема. Типа, где сменка? Дома забыл. А где штаны? Вот со штанами уже тяжело. Девочки смеяться будут. Так, ладно. Что у нас там в трюме? Трюм. Трюм. Трюм, мазафака. Трюм, трюм, мазафака. Ай. Ну что такое? Ну трюм. Ладно, о, тут сундук. И о, кепка. Ну вот, с кепкой уже неплохо. Прям, знаете, можно сказать, голову в дом забыл. Нет, не забыл, вот она мне. Так. Да что за дичь? Что происходит? Я взял и юзанул, короче. Я юзанул, что у меня это был, гриб? Странно, ладно. Так, время выбираться отсюда. Хоп, 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 хоп. И вообще лайка про, просто дико. Дико крутой чел я. Только у меня вот проблема, я тут один, кажется. Ладно, у меня есть топор, это уже неплохо. Быть с топором лучше, чем без топора. Что за говно? А, это стена. Ой-ой-ой-ой-ой. Я прямо на... О, парень! Ну давай, иди сюда, я сейчас забью тебя. Забью тебя. Чё, чё, проблемы? Проблемы, да? Проблемы, парень. Ну ладно, давай. Сейчас устрою тебе проблему. Устрою. Чё он от меня убегает? Он бежит своему дружку или у него просто хп мало? Ну, я не знаю. Или пытается у меня, не знаю, потратить мое хп. Или мой голод. Ну, да ладно, давайте. Допустим, он убежал. Чё? На. Давайте забьем его. Ну чё ты? Вот смотрите, смотрите, он убегает. Он стопудово к своему братишке бежит. Смотрите, баджан ПВП. Баджан ПВП. Ха! Ха! А, у него может быть оружие нет. А, есть, есть оружие. Блин, клевый тип. Ладно, сражаемся не на шутку. Блин, а что такое? Че я по нему не попадаю вообще? Да как так-то вообще? Эй, 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 парень, парень. О, о, я убил его, я убил его, ни хрена. Я думал, я отдамся. Почему я по нему не попадал? Почему он не ударил меня в конце? Это вопрос века. В этом замешаны 100 пудов эти чуваки треугольные. Как называется, не помню. Оксимироны? Нет, не оксимироны. Господи, ладно, я затащил. А почему, кстати, броню не одел? Тоже вопрос века. Так, ладно. Брони нету, оружия нормального нету. Засада, ребят, засада. Ладно, удочка есть, давайте удочку возьмем. Так, мне нужен каменный меч. Мне нужен каменный меч, а еще лучше, если найду зачаровалку и зачарую этот каменный меч. Ладно, chest will be refilled через... Короче, через 3 минуты перезаполнятся сундуки. Ладно, блин, говно, так, давайте засейвимся тут. Тут. У меня мало хп, я еще не готов к ПВП. Глядите, как я опасно вообще играю. Так, он убежал, да? Да, он убежал, но я начал слышать стену. Надо убегать от стены. Блин, ХП, ну чё вы не регенитесь? Давайте быстрее регенитесь. Давай, картошку. Картошка, регенься! ХП, регенься! Люди, умирайте! Шет, побеждай! Вот так-то, да. Так, ладно. Нас осталось... Не, нас еще достаточно много осталось. Ладно. Блин, куда я вообще иду? Зачем я залез на эту гору? Не знаю. Ладно, давайте. С нее будет лучше видно окрестности. Сундуки перезаполнятся. Надо будет прийти к тому месту, где эти сундуки сами будут. Так. Лодки, 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 дома. Блин, куда я лезу, господи? Что же я творю такое? Гляньте, я сейчас упаду, я умру. А мне падать нельзя. И умирать мне тоже нельзя. Ладно. Сундук вижу. Давайте-ка осторожненько спустимся так. Хоп! Блин. Ну, почти осторожно, ладно. В принципе, я жив остался, и то хорошо. Ой, чувак бежит, блин. Ладно, давайте сделаем вид, что мы ковыряем в сундуке. Такие, оля-ля-ля-ля. Чувак. Эй, парень. Ха-ха-ха-ха-ха. Да как ты меня так запинаешь? Не запинаешь, не запинаешь, не запинаешь, не запинаешь. Нет. Нет. Запинал. Ну, ладно, ребят. Надеюсь, вам понравилось это видео, понравился этот бой, друзья. Если да, то поставьте пальчик вверх, подпишитесь на канал, если еще не подписались, в Facebook, ВКонтакте. Подписывайтесь на Twitter, Instagram, все ссылочки есть в описании на все эти мои вещи. Эх, он меня убил, но это было жалко, это было печально и грустно. Ладно, на этом все, друзья, с вами был Шет, увидимся в следующих видео. Всем удачи и всем пока!